Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы покажем, как же делать золотые шишечки. Шишки на столе – это символ изобилия и богатства. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Итак, для этого нам понадобятся шишки и много-много красок. У меня такие золотистые. Приступаем. Мы выбрали золотой цвет, потому что золотая шишка символизирует богатство и изобилие. Поэтому мы их покрасим в золотой цвет. Это очень сильно развивает моторику рук. Ребята, вот такая красивая золотая шишечка у нас получилась. И золотые руки будут приносить нам богатство. У меня тоже вот такая вот золотая шишка получилась и позолоченные руки. А мы красим следующие. Вот столько золотых шишек у нас получилось. Теперь оставляем их высыхать. Вот наши шишечки высохли. Мы планируем положить их на наш новогодний стол, чтобы они его украшали. Сейчас мы будем украшать наши шишечки. У меня есть вот такой бантик. Он из ленточки. Сейчас мы его приклеим. Вот. Сюда. Вот, немножко капнут на шишку. И берем бантик. Я сделаю то же самое. А по бокам можно украсить еще вот такими красненькими бусинками. Шишечка на сапожках. Она может стоять. Ну ладно, не отвлекаемся, украшаем. И вот сюда я сейчас приклею вот такой бантик. Капнем немного термоклея. И вот получилось. Первая шишечка готова. Делаем еще. Я возьму немного сизали и приклею вот сюда. Зеленый цвет – это символ денег, богатства. Получается, она у нас такая лохматая и красивая. Мы можем приклеить вот такую вот бусинку. И еще одну вот сюда. Вот такая вот шишечка получилась у меня. Вот у нас две шишечки уже готовы.
Я сейчас буду делать еще одну шишечку. У меня есть вот два бантика. Сейчас мы его вот так вот скрепим их. И также приклеим на шишечку. И обязательно красные ягодки. Ну вот, получилась тоже шишечка на сапогах. У нас готово целых 3 шишечки. А сейчас, ребята, я возьму и приклею сюзаль к шишечке вот таким вот образом. Я возьму и приклею вот этот вот красивый бантик посерединке. А теперь сюда вот я приклею вот этот вот шарик. Бусинку. И еще одну вот сюда. Вот так вот у нас получилось. Ну вот наши шишечки готовы. Этими шишечками можно украсить свечку или елку. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!